Господь, я видела свою дочку. Я знаю, что это была она. Она очень похожа на меня и на па. Даже больше, чем мы сами. Моя девочка как будто чем-то недовольна. У нее мои глаза. Словно она видела все то, что видела я. Как ваши дела? По-прежнему, а у вас как? Спасибо, хорошо. Хорошо, когда все складывается. Очень красивая. Да, сошью себе и дочке новые платья. Ее папа будет очень доволен. А кто ее папа? Мистер Сэмюэль. Мистер Сэмюэль. Кто он? Преподобный мистер Сэмюэль. Вы берете ткань или нет? У нас и другие покупатели есть. Да, сэр, мне нужно 4,5 метра. Тебе что-то нужно? Нет, сэр. А сколько вашей девочке? 15-го будет 7 месяцев. Можно ее подержать? Если хочешь. Головку осторожно. Вот так. Я думаю, что она моя. Так подсказывает мне сердце. Но я не знаю, моя ли. Если это моя девочка, ее зовут Оливия. Я вышла Оливия на всех ее ползунках. А еще вышла цветы и звезды. Он взял все ползунки, когда забирал ее. Как ее зовут? Полин. Полина.